Віталію Буровицьку вже сьогодні не раз згадували так це ім'я та прізвище, тому що дійсно багато що сьогодні зроблено завдяки пану Віталію. І відповідно доповідь, тема звучить в такий спосіб: проблеми та покращення якості пасічного ремонту та інвентарю в Україні. Будь ласка, пане Віталію, вам слово. Прошу. Сам клеил, сам прикручивал, сам белил, там,
И вот, как правило, уже там третья, то, что стоит на пасеке, то есть это все работает. Я ему говорю, но смотри, ты один раз потратил деньги и время, здесь второй раз потратил время и деньги, и потом все-таки купил там какой-то фирменного какого-то производителя, либо качественного производителя. Он, ну да, но у меня тогда не было денег, не было выхода, не было ситуации. То есть в конечном итоге любой человек все равно приходит к хорошему, качественному инвентарю. Но через время. И при этом суммы денег какие-то там тратятся. Поэтому мы пытаемся сократить вот этот срок, чтобы человек сразу купил не 10 угликов, а 1 или 2, но качественные. Потихоньку мы начинаем находить приверженников нашей компании, тем, которым нравится. Ну и это здорово. То есть в этом году мы планируем, что наше производство будет загружено уже на 100%. То есть все, что будет выходить из-под станков, это все будет продаваться и пользоваться. Ну, я сегодня немножко хотел бы обратить внимание на деревянные ульи, потому что мы ими занимаемся. И одной из особенностей, возможно, вам это тоже пригодится, и кто-то у себя сумеет поэкспериментировать. Вы все знаете, что пчелы приносят в летнее время такой материал, как прополис. Все его называют антибиотиком, природный антибиотик. Вы знаете, что пчелы его берут с почек, приносят и шпаклюют какие-то незначительные трещинки, щели, шпаклюют неровности. Для чего они это делают? Для того, чтобы сократить сквозняки, убрать лишнюю вентиляцию, если она есть как такова. И в то же время этим материалом они обеззараживают саму семью и свое жилище, там, где они находятся временно или постоянно. Так вот, есть некоторые исследования ученых о том, что чем лучше запрополисуют пчелы гнездо, тем меньше будет эта семья болеть. И проводилось исследование порядка на 400 семьях. То есть 200 семей брали обычные, а 200 семей брали в тех ульях, которые максимально запрополисовано гнездо. Каким образом они это делают? То есть деревянный улей, внутренняя стенка, она либо щетками брошировалась, делалась такая неровная, либо делались пробилы до 3 мм через каждые 7 см на стенках, либо любым другим механическим способом портилась, неровности такие создавались. Пчелы, когда заклеивали все это, они делали некий такой, вот знаете, как в медицине, в больницах каких-нибудь операционных есть бактерицидные лампы, которые убивают все бактерии, как они кварцевые называются, если не ошибаюсь. Вот, они убивают все, что, по мнению хирургов и врачей, вредно. То есть полностью обеззараживают комнату, где они проводят операции. Так вот, пчелы, тем, что прополисуют стенки, они то же самое приблизительно делают. Они обеззараживают внутренность своего жилища. То есть они это делают так, чтобы все было залеплено, замазано, и пчела чувствовала себя комфортно. Если это так, пожалуйста, никогда не соскабливайте это все с коместкой и не обжигайте потом. Ну, конечно, если нет случаев там азематоза каких-то следов вы видите, то, конечно, придется соскабливать и лампой это все обеззараживать. Но если у вас семья здоровая, все хорошо, прополис нужно оставлять, и чем больше вы его в гнезде оставляете, тем это лучше, тем это будет больше ваших пчелы будут не болеть и чувствовать себя комфортно. Ну, в принципе, это все о той продукции, которую мы делаем. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием всем отвечу. Будь ласка, есть питання, прошу. А які ви біоцеми використовуєте? Поначалу, первый год мы делали улья только из кополя. С каких соображений? Ну, это легкий материал и, скажем так, почти легко доступный для нас. Плюс некоторую испытывали мы для себя комфорт, когда мы понимали, что дерево, которое давало много, долгие годы кислород в нашем городе, потом срезалось под корень и печку выбрасывалось. Смотреть не очень приятно это зрелище, поэтому мы приняли решение, и мы скупаем по городу все пилящиеся деревья, особенно тополь. У нас его очень много. Он там пух, мешает, раздражает кого-то. Мы скупаем все эти деревья и
делаем из этого тополя. Сейчас становится это делать все сложнее, потому что все больше и больше придет топливных котлов в городе, и тяжелее становится его покупать, цена уже выросла прилично. И хотя она и не низкая, но тополем дорогой в каком плане? Потому что в тополе, как правило, через один, через два всегда сидят какие-то гвозди, проволоки, пули, все что угодно мы находим, ножницы, ножи, всякая ерунда. А любой металлический предмет, это пила вылетает и нужно ее менять. А пилы бывают такие у нас и по 150, по 200 евро мы покупаем дорогие пилы с сателлитовыми напайками. Поэтому мы потихоньку переходим на липу, которую предлагают лесхозы, и закупаем липу. Она немного тяжелее, но тоже очень хороший плодородный материал и вид. Вот сейчас появился 12-рамочный улей новый у нас из липы, он очень красивый, очень нравится всем нам. Практически столяра все на 50% у нас пчеловоды, все тоже это любят и занимаются. Тополь, липа, иногда ольха, но ее очень мало. Посмотрим, как в этом году она будет продаваться, сколько ее будет продавать лесхозы, но мы будем скупать ее тоже. Пожалуйста, еще. Дякую. Ще, будь ласка, питання. Пане Віталію, є таке питання. Ми знаємо, що ви вивчаєте міжнародний досвід по забезпеченню саме ремонту пасічного. Як би ви оцінили стан нашого, який стан в Україні саме по виготовленню пасічного ремонту, якщо ми дивимося на сусідні країни, Європу та Україну? Если по пчеловождению мы не отстаем, а где-то даже впереди наших пасечников, то по ульям и инструменту мы отстаем и достаточно прилично отстаем. Причина очень проста, потому что большинство пчеловодов гонятся за ценой и хотят купить как можно дешевле продукт. Ну, то есть обусловлено это тем, что экономическая ситуация в Украине не очень хорошая на сегодняшний день, поэтому проблемы с продажей меда все ощущают это, и не получается покупать что-то дорогое, что-то качественное, а тем более из-за границы. Поэтому, ну, серьезно отстаем мы. Судя по тем выставкам, по тем пчеловодам, которых я вижу в Европе, они, ну, на порядок несколько там, десятилетий впереди. Дякую. Ще, будь ласка, якщо є запитання, будь ласка, передайте. Удержать хорошего
Є ще питання? Будь ласка, передайте мікрофон. Зараз мода пішла на полістиролі вуглеки. Одні кажуть, що це нормально, інші, що це не екологічно. Де правда? Для мытья посуды, есть специальные мочалки для мебели, такой микро.
шлифовочки такие. Либо просто мочалкой намазали и маслом его вскрыли по наружу. Желательно это делать осенью, когда уже жара, когда улик сухой, нету дождей. Вот он выгорел на солнце, вы его маслом вскрыли, он снова блестит, горит, красивенький улик, шикарный. Внутри улья, пожалуйста, нигде никогда ничего не скрывайте маслом. Масло внутри улья пчелы не любят. Делать этого не нужно. Если термомодифицированная, особенно древесина, то лучше, конечно, покупать специальное масло. Есть уже в Украине много производителей, кто смешивает льняное масло с воском. Лучше брать это готовое, ничего не выдумывать самому. Если что-то там попроще, можно просто льняное. Еще обратите внимание на масло подсолнуха. Я вот тоже не рекомендую отработку от масла подсолнуха и вообще подсолнечное масло. Не потому что это плохое масло. Масло хорошее, масло, мы с вами его едим в салатах, прекрасное, великолепнейшее масло. Но так как мы точно так же его очень сильно и любят мыши, поэтому любой предмет, смоченный или намазанный подсолнечным маслом, это атака мышей. Обязательно туда залезут, погрызут. Для них это как, не знаю, как мед для нас. Они туда будут прямо стремиться добраться до этого улика, чтобы погрызть эту древесину. Думаю, может, какое-то съедобное такое, в общем, грызут. Дерево, смоченное подсолнечным маслом, мышей грызут очень сильно. Я ответил. Да. Так, будь ласка, чи є ще запитання? Якщо питань немає, дякуємо вам, Віталію. І...